его рост 168 сантиметров. Он мастер спорта. Победитель профессионального гран-при White Warrior. Победитель всероссийского турнира по кикбоксингу Михаил Тархаров. Представляю бойца в черных-желтых шортах. Ему 23 года. Его рост 175 сантиметров. Он мастер спорта международного класса. Чемпион мира по паркатиону. Команда Тапара. Иван Тончев начинает этот бой. Друзья, кому не сложно, поставьте лайк для продвижения видео. Очень надо. Заранее огромное вам спасибо. Все, Каландар, спокойно, жестко. Все, все. Двигаться, двигаться, бей. Много ног! Давай, давай, давай! Не отпускай его от сетки! Сбоку атакуй, сбоку! Снизу бить! Снизу бить! Много ног! Кулаки надо! Еще! Еще! Добавляй! Подними, подними со сетки! Добавляй, добавляй! Не отпускай его! Много ног, сказал! Сторону Каландар качать! Оживите! Руки, руки, руки выше! Качай, качай, качай. Печень закончи! Он открывается. Качай, качай, качай. Не надо делать. Серии, серии, Калан, не надо, сказал. Печень дай. Давай, 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 бьем. 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 Начинай, начинай. Добавляй. Снизу колено, вот так. Бьем. Бьем, еще колено. Разбивай! Давай, 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 устал он! Бьем! Руки, Каландар! Не надо этого! Каландар, руки! Добавляй! Кулаки, кулаки, кулаки! Разбивай! Вот! Не надо первым. Все, дышим, дышим. Какие ноги держат? Не надо, голову, это в конце надо. Очень много в голову, все на голову. Есть печень, есть ноги. Туда надо делать. Не увлекайся ногами. Дайте ему вазелин, вазелин дайте. Давай сюда. Превосходит, все, превосходит, понял? Вот и двигайся, двигайся, только не по прямой, а вот так. Не надо, не надо, кулаки! Левый, еще вправо! Еще вправо! Руки выше, выше! После атаки уходи в сторону! Не давай ему! Левый, держи! Жепа, отдай чаще!
джебе держи! На джебе! И снизу добавляй! Снизу добавляй! Вот так! Все, все, еще, еще! Внимательно! 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 Стоишь! Стоишь, командир! Двигаться надо! Двигаться! Руки выше! Выше руки! Колено! Колено! Бьем! Фокус! Еще! Еще! Добавляй! Колено дай! Дай колено! Дай колено! Все, все, дышать, дышать, дышать. Отлично, отлично. Дышать. Первая половина, вообще не двигался. Двигайся, уходи все время в сторону. Постоянно. Не оставайся. Плечи ни разу не ударил, ни разу ногой плечи не ударил. Можешь ударить. Идет он на отпуск, случайно сюда попадает. Он наклоняется, наклоняется и бьет вот эти закрещухи свои. Все, он больше ничего не может. Вазелин, вазелин сделай. Не надо, пока ногами работать. На левый держи, правый открывай. Левый, левый, поддерживай его. Дай ему выше, тогда уже справа, понял? И сейчас справа надо делать, открывать, как я тебе говорил. Все, собрался! Руки подними! Вот, хорошо! Давай, 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 бьем! Концовка у нас! Дергай, дергай, дергай! И давай вставай! Левый, левый, командир, левый! Не отпускай! Бьем, 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 бьем! Темп держать, держать темп! На ногу руки дай! Вот так! Еще! 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 Вот так! Вот так вот раскрывай, долго ждал. Молодец! Не надо ногами, не надо ногами, не увлекайся. Все так же работай, все хорошо. Начинай, начинай. Слева, слева. Сели. И пошел, все пошел. Все, пошел, пошел, не отпускай его! Не надо ног, не надо ног увидеть! Все, 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 все. Много ошибок, много ошибок. Все, 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 поработай нормально. Хорошо, открывал, хорошо, но поздно. Мог раньше это сделать. Левый, левый ты его мало держал. Ты давал ему... Вообще в раскачайку был. Да, Матвей. Положи. Пальцы на середину. В этом поединке победа одержал. Спасибо. Миша, я
Я хотел задать тебе пару вопросов, но продемонстрировал ты защиту. Где атакующие действия? Мы вообще ничего не увидели. Почему? С первых секунд ты вообще на поле силы дали? Или ты рассчитывал на какой-то нокаутирующий возникальчик? Молодец! Сделал свой бой, показал красивую работу ногами, не куда ты не лез, все сделал грамотно, победу даем. Спасибо большое. Хочу поблагодарить свою команду. Тренерский состав, Дальше Кукалевич, команда Арсигенч. Также слова благодарности хочу выделить Богу Сандовсу и Руслану Анатольевичу. И, конечно, своему первому тренеру, потому что я когда к нему приходил, молодой был пацан, который очень имел. Только слова благодарности, также спасибо моему сопернику и вам, организаторам, за предоставленную возможность. Много ошибок, думаю, мы с моей командой разберем мои ошибки в следующем году. Покажу сейчас сексуальный. Ладно, ты вошел в эту арену, вкусил этот, мастерство такое, да, мы твое увидели, и мы ждем тебя снова. Давай, удачи! А телезрители, я прошу, не переключать канал.